И сейчас немного дополнительной информации, что же было сделано за практически неделю. То есть, как я уже говорил, это были демонтированы полностью полы. Вот вы видите, их нет. Демонтированы обои, полностью был зачищен и загрунтован уже потолок. Дальше было снесено несколько перегородок. Также были усилены перегородки, потому что у нас они практически висели в воздухе. Был закуплен материал на новые перегородки. Новые перегородки у нас будут делаться из влагостойкого гипсокартона толщиной 12,5 мм. И толщина перегородок у нас будет 100 мм. Вот, кстати, у нас профиль лежит. Утепляться также будет минеральная вата Технониколь. Она же послужит у нас в качестве шумоизоляции. Штукатурка стен сейчас у нас происходит. То есть где-то мы загрунтовали стены бетонконтактом, вы видите, вот в этой комнате. Потому что поверхность была очень гладкая.